Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Давайте с вами разбираться, что же лучше – взять ипотеку, либо же накопить на свое жилье. Скажу, наверное, сразу от себя, что я за то, чтобы взять ипотеку. Ну, объясню, почему я так считаю. Ну, во-первых, возьмем тот момент, что для того, чтобы накопить, нужно каждый месяц откладывать какую-то сумму. То есть больше, чем раз в месяц, навряд ли у вас это получится, потому что в среднем доход, ну, то есть заработная плата приходит на карту, там, да, либо наличными, два раза в месяц, где-то, может быть, и один, ну, там у всех по-разному. Соответственно, с этой зарплаты вы можете выделить там один раз какую-то сумму и ее отложить. Второй момент. Недвижимость всегда скачет в цене. То есть в одном году она может столько, а на следующий год может быть там еще дороже. Будет, конечно, хорошо, если оно станет дешевле, но что-то дешевле, по-моему, вообще не становится. Мне кажется, все становится только еще в десятки раз дороже. И тут уже не знаешь, что покупать первым. Так вот, получается, что если, к примеру, там, вы будете откладывать, там, пусть там, ну, по 20 тысяч, но если вы можете по 30 каждый месяц откладывать, это в зависимости от региона, где вы проживаете, сколько вы там зарабатываете, то вам также придется копить где-то лет 10, наверное, при любом раскладе, для того, чтобы накопить какую-то сумму денежных средств для покупки своего жилья. Но есть другой момент, что если вам есть где жить эти самые 10 лет, пока вы будете копить, и вам не нужно платить будет там за аренду жилья, то это может быть и выгодно. Потому что вам есть где жить, вам не нужно платить за аренду, вы спокойно откладываете денежные средства и начинаете откладывать их там, наверное, лет 20, чтобы хотя бы к 30 годам вы уже смогли приобрести свое жилье. Тогда да, тогда это прям молодцы, круто, это выгодно и удобно и классно, потому что вы сразу накопите, купите и будете жить, не платить, не заплатите там никакие проценты никому. Но следующий момент, что не факт, что вы потом легко можете найти и купить то, что вы бы хотели, к примеру, там, да. Может быть, то, что вы бы хотели купить и было выгодно, это уже все продали там, либо никто там не продает, либо невыгодно и так далее, и так далее. То есть, по факту, когда вы могли бы это купить, вы с этим не согласились, то есть посчитали, что лучше накопить, чем взять ипотеку. И таким образом получается что? Что вы деньги вроде как накопили, вы можете приобрести жилье, но тот район, в котором были там какие-то новостройки, к примеру, там, да, либо где-то какое-то частное домовладение, которое вы хотели приобрести, его уже продали, либо же никто там ничего не продает в том районе, то есть вам придется искать уже какой-то другой район, который вы бы не хотели рассматривать, к примеру, там, да, и для вас это там неудобно, не рентабельно. То есть вы потеряли по факту то, что могли приобрести там еще до определенного периода времени. Ну, то есть это, конечно, можно рассуждать очень долго, там это философские темы, наверное, тоже. Так вот, по итогу, да, что хочу сказать, что если вам есть где жить, вам не нужно платить за квартиру, вы можете спокойно копить, если вы, конечно, это умеете делать. Если вам негде жить, и вы еще снимаете жилье и, к примеру, копите, то вообще не вижу никакой выгоды абсолютно. Зачем вы платите кому-то за квартиру? Еще, если вы считаете, что ипотека это невыгодно, то есть предложения такие, да, в основном люди как делают? Многие берут ипотеку и там сдают кому-то в аренду, допустим, жилье, да, многие там не собираются жить на постоянной основе там в этом городе, либо еще не определились и так далее, и так далее. То есть вы можете взять ипотеку, сдавать квартиру в аренду, и за вас эту ипотеку будет выплачивать арендующий вашу квартиру. А вы также можете продолжить жить там либо на съемном жилье, либо в том жилье, где вам не нужно платить за аренду, да, какое-то другое собственное. И тогда это тоже получается выгодно. И неважно, какие у вас там проценты, но есть возможность у вас вносить денежные средства еще свои дополнительно в эту ипотеку и быстрее погасите. И также можете дальше сдавать и получать еще какой-то дополнительный доход. Поэтому я считаю, что в наше время, наверное, выгоднее взять ипотеку, нежели копить, потому что не факт, что будет завтра, не факт, что там рубль не обесценится, не факт, что жилье не подорожает там в 100-500 раз.
То есть лучше сейчас воспользоваться вот прям сразу, вот если вы готовы, решили, средства ваши позволяют там платить за эту ипотеку, то лучше сразу сейчас ее взять и выплачивать, и остаться уже со своим жильем, потому что процент по взятому кредиту уже навряд ли увеличится, то есть это в зависимости от того, там, отказываетесь вы от страховок, либо не отказываетесь, ну, то есть какие-то личные такие моменты с банком. А вы уже будете со своим жильем, будете за него платить и не будете переживать, что потом на следующий день вы проснулись, а квартиры стоят там не миллионы, а там десятки миллионов уже, а то и сотни миллионов. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!